полночный час с горящего вулкана возьми немного серы, смерть дарящий, и мелкий порошок ее смешай с составом чудотворным. Для ран бальзам получишь, краски для картин, и дымом едким нечисть всю убьешь. Так писал античный поэт Лукреций Карп об удивительном веществе сере. Шло время. Эти желтые кристаллы находили все новые и новые области применения. Их использовали для чернения оружия и изготовления пороха. Тысячелетия жизнь людей связана с серой. И каждый из вас, смотрящих этот фильм, связан с этим обычным и таким необычным веществом — сера. Богатейшие залежи самородной серы на Украине. В карьере Раздольского месторождения ее добывают открытым способом. Чтобы отделить серу от пустой породы, ее нужно расплавить. Огненная струя жидкой серы стекает в бассейн. Она застынет, и ее отправят по сотням адресов. Наверное, и в древности людей поражала красота и гармония природных кристаллов свободной серы. В природе встречается огромное количество соединений серы в виде сульфатов, например, гипса, и сульфидов. Важнейший из них – пирит сульфид железа. Киновый – сульфид ртути. И сульфиды цветных металлов – свинца, меди, цинка. Свойства серы можно прогнозировать по положению химического элемента серы в периодической системе. Находясь в одной подгруппе с кислородом, сера имеет сходное с ним строение внешнего электронного слоя. Подобно кислороду, атомы серы могут соединяться друг с другом. Правда, молекулы С2 не характерны для серы. Они существуют только в парах. Химическая связь возникает за счет перекрывания неспаренных электронных облаков двух атомов. Попытаемся узнать, какова же внутренняя структура кристаллов серы. Оказалось, каждый атом серы соединен с двумя другими. А 8 атомов серы, замыкаясь в кольцо, образуют молекулу С8. Исследуем основные физические свойства серы. Прочные на вид кристаллы легко разламываются. Хотя плотность серы больше плотности воды, сера в воде не тонет. Разгадка в несмачиваемости серы.
Она хорошо растворяется в органических растворителях и практически не растворяется в воде. Удивительные, необычные свойства проявляет сера при плавлении. Сначала разрушаются кристаллы. Изменяется цвет вещества. При температуре 112,8 градусов Цельсия сера превращается в легкоподвижную жидкость. При дальнейшем нагревании жидкость начинает терять подвижность. Кристаллы серы построены из восьмичленных молекул. При температуре выше 150 градусов кольцевые молекулы рвутся. Отдельные цепочки соединяются друг с другом в цепи. При 250 градусах длина цепей максимальна. Вязкость серы настолько повышается, что она не выливается из сосуда. Но если продолжить нагревание, цепи вновь рвутся, и сера опять становится жидкой. Постараемся этот расплав быстро охладить, вылив его в стакан с водой. И вновь неожиданность. Получилось вещество, по свойствам не похожее на серу. Это аллотропная модификация серы, пластическая сера. Но пластическая сера неустойчива, и она опять превращается в кристаллическую. Известна еще одна аллотропная модификация серы. При охлаждении расплава в очень коротком интервале температур существуют эти тонкие, как иглы, похожие на изморозь кристаллы. Так вы убедились, что свойства серы связаны с ее строением. Атом серы может принимать или отдавать электроны, играя роль восстановителя или окислителя. Реакции, при которых атом серы принимает электроны, это взаимодействие серы с металлами. С выделением теплоты и света бурно соединяется сера с железом. Обратите внимание на условия реакции взаимодействия серы с медью. Каковы признаки этой реакции? Эта капля ртути преподнесет нам новую неожиданность. Взаимодействие серы и ртути проходит при обычных условиях. Так можно связать в химическое соединение случайно пролитую ртуть. Большую роль в круговороте серы в природе играют живые организмы. Сера – важный биоэлемент. Она входит в состав белков животных и растительных организмов. Что же стоит за этими словами? Обычный кленовый лист. Химико-инструментальный метод анализа позволяет доказать, что в листе сера есть. Ее содержание в нем 6 десятитысячных грамм. При отмирании организма сера, содержащаяся в белках, выделяется в виде сероводорода. Сравним водородное соединение серы и кислорода. Обнаружим сходство в пространственном строении молекул, их полярности и различия в размерах. Чтобы ознакомиться со свойствами сероводорода, получим его,
действуя на сульфид железа соляной кислотой. Газообразный сероводород растворим в воде. Горит. Один из продуктов реакции – газообразный оксид серы 4, а второй – вода. Теперь внесем в пламя холодный предмет. В этом случае вместо оксида серы 4 получается свободная сера. Еще раз изменим условия опыта. В этом случае сероводород медленно окисляется растворенным в воде кислородом. В результате реакции свободная сера. Что общего в свойствах этих веществ? Все они сильные окислители. При их взаимодействии с сероводородом образуется свободная сера, окрашенные вещества обесцвечиваются. Подтверждаются восстановительные свойства сероводорода. Исследуем свойства водного раствора сероводорода. Сопоставьте изменения окраски индикаторов в воде, соляной кислоте и растворе сероводорода. Сделайте вывод. Прильем сероводородную кислоту к растворам различных солей. Малорастворимые окрашенные соединения сульфиды кобальта, марганца, никеля и кадмия. Свойство образовывать с металлами нерастворимые сульфиды используют при проведении качественных реакций на сероводород. Эти опыты помогут понять физиологическое действие сероводорода. Ядовитый газ разрушает гемоглобин крови, образуя сульфид железа. Все опыты с сероводородом проводят в вытяжном шкафу, соблюдая меры предосторожности. А встречаемся ли мы с сероводородом в повседневной жизни? Потемнение старинных живописных полотен вызвано тем, что на поверхности картины свинцовые белила за сотни лет превратились в черные сульфиды. Ведь в воздухе всегда есть незначительное количество сероводорода. Откуда он берется? Один пример. В этом водоеме ядовитый газ получился как продукт сложных процессов в придонных слоях. Сероводород несет не только гибель, но и исцеление. Издавна используют люди лечебные свойства природных сероводородных источников. Знакомство с оксидами мы начнем с оксида серы 4. Получим его, действуя концентрированной серной кислотой на твердый сульфид натрия. Наблюдаем выделение бесцветного газа, оксида серы 4. Его водный раствор – сернистая кислота. Познакомимся с ее отличительными свойствами. Мы видим не простое кипение жидкости, а разложение непрочного соединения при нагревании. А как ведет себя сернистая кислота в окислительно-восстановительных реакциях? При взаимодействии с сероводородом она окислитель. В стакане появилась свободная сера. А при взаимодействии с перманганатом калия восстановитель. Каковы признаки этой реакции?
Сейчас мы познакомимся с теми свойствами оксида серы 4, которые знали еще в античном мире. Оксид серы обладает обесцвечивающими свойствами. А этот простой опыт убедит нас в обеззараживающих свойствах газа. Левый пакет с яблоками наполнен оксидом серы 4. Прошло несколько дней, и в правом пакете, где не было оксида серы 4, можно наблюдать разрушительное действие микроорганизмов. Получим оксид серы 6. Исходные вещества – кислород и оксид серы 4. Процесс окисления идет при нагревании и в присутствии катализатора. Катализатором может служить платина или пятиокись ванадия и добавляемые к ним железо, алюминий и диоксид кремния. Но как убедиться, что превращение произошло? При реакции оксида серы 6 с хлоридом бария получается характерный белый осадок – сульфат бария. И в этом, и в другом стакане лакмус. При взаимодействии с водой оксида серы 6 окраска раствора меняется. Мы получили серную кислоту. Концентрированная серная кислота имеет особые свойства. Стакан с кислотой, уравновешенный на весах, постепенно тяжелеет. Кислота поглощает водяные пары воздуха. Она как бы отнимает воду и у сложных органических веществ, разрушая их. Древесина обугливается. Кристаллы сахара превращаются в обугленную массу. Серная кислота смешивается с водой в любых отношениях. При этом выделяется большое количество теплоты. Эфир в мешалке закипает. Работая с серной кислотой, помните о правилах техники безопасности. Серу и ее соединения используют для отбеливания тканей, в медицине. Для борьбы с болезнями животных и растений. Важнейшие соединения серы и серной кислоты применяются для получения удобрений, производства бумаги, нефтепродуктов, полимерных материалов и резины. Гипс, например, используют при изготовлении скульптур, а тиосульфат натрия – фиксаж фотографии. Можно с уверенностью сказать, что прогресс науки откроет и новые сферы применения серы. Thank you.